Чего же боятся нагревательный элемент? Накипь. Накипь образуется практически всегда, но особо сильно при температуре воды свыше 60 градусов. Объем воды в медной колбе мал, а площадь тена велика, и вода нагревается свыше 60 градусов. И именно в этот момент происходит отложение накипи на нагревательном элементе. После длительного использования тен обрастет накипью, и его свойства ухудшатся. Спираль будет работать на полную мощность и рано или поздно перегорит. Замена медной колбы обойдется в копеечку. Ситуация со спиральным нагревательным элементом противоположна. Материал очень отзывчивый, он быстро нагревается и быстро остывает, и тем самым просто не создавая благоприятной атмосферы для образования накипи. Но даже если накипь образовалась, прижиться ей не удастся. Спираль сделана из тонкого материала, и вода оказывает на нее механическое воздействие, тем самым вымывая ее. У модели CX9 проток составляет около 5 литров в минуту, и этого достаточно, чтобы вымыть всю накипь из канала. Стоит заметить, что все приборы марки Klage оснащены спиральным нагревательным элементом. Делайте правильный выбор.